А вы знали, что ваши Google карты, даже после того, как вы отключаете местоположение, имеют полный доступ, могут еще и хранить все ваши личные данные некоторое время и отправлять их разработчику при каком-то обновлении, вот когда вы даже обновляете телефон. Чтобы такого не было, нужно отключить следующее, что я покажу. Просто заходим в Google, где вот эта вот папка, и находим Google карты. Сразу тут будет ваше местоположение, вы удивитесь. Это я убрал, а вы сразу удивитесь, что тут будет точное местоположение, вот изначально стоят. И вам что нужно сделать? Вам нужно нажать на аватарчик, здесь найти пункт, который называется «Настройки». И здесь у вас будет пункт такой, который называется «История». Вот он. И здесь в истории, когда у вас будет включен интернет, вы убедитесь внизу, что у вас тупо будет видна история местоположений, где вы были, когда вы включали местоположение на телефоне. Телефон рабочий, я здесь с ним не пользуюсь, но если вы картами пользуетесь часто, то вот все-все-все сохраняется. Чтобы не сохранялось, нужно найти история приложения, вот здесь вот отключить, это во-первых. Во-вторых, нужно автоматически удалять. У вас здесь будет значение 18 месяцев стоять изначально. Ставим минимальное 3 месяца, чтобы самостоятельно удалять. И вот здесь вот нажать удалить. И там выбрать, чтобы все удалить. И после того вы убедитесь в том, что не будет сохраняться это все. Пользуйтесь.